Jonah is commissioned by God to go to Nineveh. Итак, Бог дает поручение Ионе: встань и иди в Ниневию. God says to Jonah, get up and go. Встань и иди. Эти слова мы читаем в Библии. And Jonah, in fact, did get up and go. И Иона действительно встал и пошел. В этом нет сомнения. However, he did not go in the direction God sent him. Он пошел совершенно в ином направлении, не в том, в котором послал его Бог. God said, go east. Бог говорит: иди на восток. And Jonah went due west. А Иона пошел на запад. Got on a boat. Сел на корабль. Up at the city of Joppa. В городе Иопии. And then sailed toward the direction of Tarshish. И отправился в направлении Фарсиса. And Tarshish is what we would refer to today as Spain. То есть в Испанию, на территории современной Испании находился этот город. It wasn't because Jonah had a hearing problem that he went west instead of east. Ну, вряд ли он отправился на запад вместо того, чтобы идти на восток, потому что у него были проблемы со слухом. Jonah simply did not want to do what God told him to do. И он просто не хотел делать то, что поручил ему Бог. Some have said that Jonah was running away from God. Существует мнение, что Иона бежал от Бога. I don't believe that Jonah was running away from God. Я это мнение не разделяю. He knew that was impossible. Он знал, что убежать от Бога невозможно. Jonah would know what the psalmist says in Psalm 139. Иона знал, что в 138-м псалме записано. That it is impossible to get away from God. Что укрыться от Бога где-то нельзя. Убежать от него невозможно. We will see throughout this little book that Jonah's theology is perfect. На протяжении всей книги мы увидим, что богословие Ионы не вызывает никаких сомнений и подозрений. He knows lots of truth about God. Он знает истины о Боге. So he's not running away from God. Поэтому бежит он не от Бога. He's running away from what God wants him to do. Он бежит от Божьей воли в отношении Ионы. And I can relate. И мне это, в общем, где-то понятно. There have been times when I know that God wants me to do something. Бывали времена, когда я знал, что Бог что-то хочет от меня. He wants me to go this way. Он хочет, чтобы я пошел в этом направлении. And I want to go that way. А я хочу идти в другом направлении. Понятно. Тогда можно сказать, что человек бежит от Бога. Не в том смысле, что куда-то спрятаться от него. Конечно, от него никуда не спрячешься. А вот, ну, чтобы не исполнять его волю. Yeah, when people say that they're running from God, that means they're not running from Him, because they know that they cannot run from Him, but they're running from His will. Exactly, exactly. God may be wanting me to have a difficult conversation with someone. А может быть, Бог хочет, чтобы у меня состоялся непростой разговор с каким-то человеком. Or maybe to stop a bad habit that I've begun. Или, может быть, Он хочет, чтобы я покончил с какой-то дурной привычкой, которая у меня некогда сформировалась. I want to go that way. А я хочу пойти туда. God keeps calling me back this way. А Бог продолжает возвращать меня, обращаясь ко мне: нет, иди в другом направлении. You have had some of the same experiences. Возможно, у вас в жизни тоже такие моменты бывали. So we understand. Поэтому мы понимаем, what John is doing. Почему Иона так поступает? He was called to be a blessing to the nation of Nineveh. Благословением для народа Ниневии. In fact, Abraham back in Genesis 12 was called to be a blessing to all the people. Кстати говоря, в 12 главе книги Бытия Авраама Бог призывает быть благословением для всех народов. God said to Abraham, I will bless you. Я благословлю тебя, сказал Бог Аврааму. And then he said, and so you shall be a blessing to all the people. И тебе благословятся все народы, ты будешь благословением для всех народов. And that was a command to Abraham. И это было, в общем, повеление, данное Аврааму. As a Jew, Jonah was to also be a blessing. И как иудей, как еврей, Иона тоже должен был стать благословением. But Jonah didn't want to have any part of this particular blessing of going to Nineveh. Но Джона не хотел иметь ничего общего вот с этим поручением стать благословением для народа в Ниневии. So Jonah is on board this ship. Итак, мы видим, что Иона уже находится на корабле. The city of Joppa is a Phoenician city. Иопия находится в Финикии. The Phoenicians were the finest sailors in the whole Mediterranean world at this time. Финикийцы были прекрасными корабельщиками, наверное, самыми замечательными во всем Средиземном море. They were very experienced on the open seas. Они были очень опытными, что касается открытого моря. They built big ships, multi-layered ships. Они в то время уже строили многопалубные корабли. And while they were out on this venture going towards Tarshish, a storm hit.
И вот на этом, скорее всего, многопалубном корабле они отправляются в Фарсис, и в это время на море начинается ужасная буря. Mediterranean Sea is known for storminess. В общем-то, в Средиземном море эти бури бывали довольно-таки часто. This was an exceptionally storm, severe storm. Но вот этот шторм был особенно сильным. Okay. And these sailors, who were very, very experienced, became very, very afraid. И вот эти самые корабельщики с огромным опытом в области мореходства очень испугались, устрашились страхом великим. In fact, in the Hebrew of this particular book, the ship is personified. В древнееврейском тексте корабль рассматривается как персонифицированное лицо, то есть как человек. Yeah, and the ship was of a mind to break up. И вот этот корабль уже практически разваливался. As often is the case in times of crisis. И корабль готов был разбиться, и как всегда в минуты кризиса. The sailors cried out to their gods. Корабельщики возопили к своим богам. They began to throw precious cargo overboard to lighten the ship. Они для того, чтобы облегчить груз на корабле, стали выбрасывать свою драгоценную кладь за борт. And in the midst of all this panic on board the ship. И вот посреди всей этой паники, которая разыгралась на борту корабля. Where is Jonah? Где мы видим Иону? Спит, храпит. He's snoring. He's taking a nap, exactly. Абсолютно верно, он спит. All right, would someone read verses 5 and 6? Давайте 5 и 6 стихи вслух прочитаем. Прочитайте кто-нибудь, пожалуйста. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему богу, и стали бросать в море кладь корабля, чтобы облегчить его от нее. И он уже спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: «Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». Thank you. Now you wonder how Jonah was able to sleep in this horrible storm. Вот возникает закономерный вопрос: как ему удалось заснуть в этот ужасный шторм, в эту ужасную бурю? And I think a couple of things are going on in Jonah's mind. И мне кажется, у него в сознании была парочка мыслей. One, he thinks, I'm God's prophet, I'm safe. Во-первых, я Божий пророк, и Бог будет заботиться обо мне, не допустит моей смерти. God will surely take care of me. А Бог наверняка позаботится обо мне, был уверен Иона. And on the other hand, he was so relieved that he won't have to go to Nineveh. А с другой стороны, ему было так легко и радостно от того, что он теперь не едет в Ниневию. After all, Jonah is now sailing to Tarshish. А теперь он отправляется в Фарсис. But it's not going to be quite that easy. Но все не так легко, как думалось Ионе. The captain turns out to be more concerned with God than Jonah is at this point. В этот момент капитан проявляет, больше интерес к небесам, вообще к Богу, чем сам Иона. Goes down into the hold of the ship and he shakes Jonah. Он спускается в трюм, или где там был Иона, да, и начинает его буквально трясти. We're all calling on our gods, you call on your God too. Мы все взываем к своим богам, и ты давай молись своему Богу, говорит он ему. So you have the heathen sailors, the Phoenician sailors, zealous for God. Вот смотрите, вот эти языческие корабельщики, финикийские корабельщики, ревностно обращаются к своим богам, дерзновенно просят у них помощи и защиты. Even though they're the wrong gods. Даже несмотря на то, что это лжебоги, это те боги, которым они поклонялись как язычники. And they're urging God's prophet to pray. И теперь они умоляют, побуждают всячески Божьего пророка помолиться. And Jonah never did pray while he was on the boat. И пока, все время, пока он был на корабле, Иона даже не молился. But God never looks at any of his children and says, I quit. Но Бог никогда не смотрит на какого-либо из своих чад и говорит: ну все, хватит. I'm finished with you, I won't have anything more to do with you. Ты мне надоел, я больше не хочу иметь с тобой ничего общего. And God is going to get Jonah back for himself. Бог собирается вернуть Иону к себе. Now, as the storm continues, итак, буря продолжается. They decide that they will cast lots to see on whose account this calamity has occurred. И корабельщики решают бросать жребий для того, чтобы определить, кто же повинен в такой страшной буре, разыгравшейся на море. And we can think of other times in biblical history where people cast lots. Можно вспомнить и другие события в истории человечества, в истории Израиля, когда люди бросали жребий. The practice is mentioned in the book of Proverbs, in Acts chapter 1. В притчах, например, в Деяниях, в первой главе.
It's a way to recognize God's sovereign control over all of life's situations. Это один из способов еще раз подтвердить Божий суверенный контроль, Божье суверенное управление над всеми делами, над всеми событиями. And the lot fell to Jonah. Итак, они бросили жребий, и жребий пал на Иону. So now everybody knows that for some reason, in some way, Jonah is responsible for this storm. И теперь все понимают, что по какой-то причине Иона ответственен за вот этот разыгравшийся шторм. Иона повинен в этой буре. And then in verse 8 there are five questions asked. А дальше в 8 стихе задаются 5 вопросов. And the questions are asked in rapid succession. А эти вопросы задаются так, что буквально корабельщики перебивают друг and друга. You can picture all the sailors asking these questions at the top of their voices. А в очень быстрой последовательности они задаются. Можно даже сказать, что корабельщики засыпали Иону вопросами, перебивая друг друга. They're panicked. Они охвачены паникой, они буквально кричат на него. And I think it would sound something like this. И мне кажется, они примерно ему такое говорили. I would like for all of you to read verse 8. Давайте 8 стих мы прочтем. And start at sort of different times, but read it as loud as you think the sailors might be saying these questions. Давайте мы с вами as they shout the questions out to Jonah. Давайте мы попробуем с вами не просто прочитать 8 стих, а проинсценировать его. И каждый сейчас из вас достаточно громким голосом начнет читать. Можете начинать читать в разное время для того, чтобы почувствовать вот эту ситуацию. So when I point to you, start reading. Когда я буду показывать на вас, начинайте читать. And when I point to you, start reading. Смотрите. Loudly. Я показываю на вас, вы в это время начинаете читать, и при этом громко. Ready? Хорошо? Uh-huh. Готовы? Yes. Скажи нам, из какого постели у нас эта беда? Какое твое занятие, откуда идешь ты? Где твоя страна? Скажи нам, из какого стекла ты народа? Занятие, откуда идешь ты где-то? Exactly. Pandemonium. Примерно так, да, целый хор. Okay, so everybody is concerned. Why has this happened to us? То есть всем интересно знать, почему это происходит с нами, за что на нас это обрушилось. Jonah answers their questions. И он отвечает на их вопросы. You can almost hear Jonah's arrogance as he answers the questions. Практически можно почувствовать высокомерие Ионы в его ответах на эти вопросы. I am a Hebrew. Я еврей, говорит он. And I fear the Lord God of heaven, who made the sea and the dry land. Чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу, 9 стих. Again, Jonah's theology is flawless. И опять же, богословие Ионы безупречно. He knows Он знает all about God. Все о Боге. Now, what's significant is that he says he fears the Lord who made the sea. Очень важно здесь отметить, что он говорит: «Я чту Бога, сотворившего море». Because in the Phoenician pantheon of gods, the sea god was the most powerful god. Поскольку в финикийском пантеоне божество моря было самым главным божеством. After Jonah told them what he had done. После того, как он рассказывает, что он сделал, как он поступил, and he was fleeing from what God had told him to do, и признался в том, что он бежал от поручения Божьего, they became even more frightened. Они устрашились еще больше. Because not only is Jonah fleeing from what some God might want him to do, а потому что Иона не просто бежал от воли какого-то Бога, he is fleeing from what the God who made the sea has told him to do. Он бежал от воли Бога, который сотворил воду, который сотворил море. Для них это было исключительно важно. The most, powerful God это самый могущественный Бог, которого только можно было вообразить с точки зрения язычников. You've disobeyed him? Иона, и ты этого Бога ослушался? So they asked him, Jonah, what should we do now that you have got all of us into this terrible situation? И тогда они задаются закономерным вопросом, что же нам теперь делать, Иона, когда мы уже оказались в такой ужасной ситуации? And what is it Jonah suggests that they do with him? А что предлагает Иона? Взять и бросить в море. Throw me overboard. Throw him overboard. Now, Jonah's got a lot of faults. Иона был действительно повинен, и не в одной только вещи. But cowardice was not one of them. Можно сказать, что у него было немало отрицательных качеств, но вот трусость не было то, что отличало Иону. I can't think of anything more terrifying than to be thrown into a raging sea.
Даже представить что-то более ужасное трудно, чем когда тебя бросают в бушующее море. But this Jonah was willing to do. Но Иона сказал, да, выбросите меня за борт, он был готов. Ну, можно, да, скажу? Вы говорите, что у него трусости не было, но здесь было у него, как бы, понятие, неосмотрительность. Все равно в дальнейшем-то он покаялся перед Богом, когда был уже в чреве кита. Но до сего момента, почему он, будучи на корабле еще, не сказал, давай я покаю, не стал каяться перед Богом? Он был неумный, я думаю, так. Ну, не разумно поступил. Зато какая книга получилась. Jonah was stiff-necked. Он был жестоковыйный человек. What this tells me is that Jonah at this point would rather die than obey God. Мне кажется, на данный момент Иона предпочел скорее умереть, чем выполнить поручение Бога. Ну, и сейчас вот это такая психологическая, вот такой фактор прослеживается у людей тоже. Я буду страдать, но Богу я не покаюсь. Even now the psychological factor somehow works in the modern world. I will suffer, but I will not repent. Yes, exactly. Especially with older people. Older people, yes, very, very possibly. And this is where it's very important to see what the message of the book is. И здесь очень важно увидеть вот это послание к нам, которое обращено, да, со страниц этой книги. Jonah means dove. Иона означает голубь. Dove was a name that God used to refer to Israel. Бог называет Израиль голубем. So Jonah was a true man. Иона был. But he was a picture of the nation of Israel. По-настоящему человеком, но при этом он был образом народа израильского. And what we are seeing through this story is Israel's refusal to repent. И в этой во всей истории мы видим нежелание Израиля покаяться. And Jonah is a living picture of Israel's stiff-necked rebellion. А Иона — это живой образ жестоковыности народа израильского и противления этого народа Богу. So sadly, Jonah, the prophet of God, is the villain in the story. Поэтому, к сожалению, оказывается, что Иона, пророк Божий, делает что-то, что противно Богу. And the heroes are the heathen Phoenician sailors. И его примеру не хочется подражать, а хочется подражать примеру язычников, которые взывали к богам. Jonah says, "Throw me overboard." Иона говорит, выбросите меня за борт. They don't want to throw Jonah overboard. Им же не хочется этого делать. They don't want to kill God's prophet. Во-первых, они не хотят умертвить пророка Божьего. They don't want to make Jonah's God angry at them. Они не хотят, чтобы за то, что они умертвили пророка Божьего, его Бог разгневался на них. But then they don't really want to die either. А с другой стороны, умирать им тоже не хочется. They rowed as desperately as they could, trying to escape the storm. И поэтому что они делают? Они начинают очень быстро грести, чтобы, может быть, добраться до берега. And finally, they come to the conclusion we've got to throw Jonah overboard. Но наконец они приходят к выводу, что Иону все-таки придется выбросить за борт. Now, would someone read verses 14 and 15? Давайте теперь 14 и 15 стихи вслух прочитаем. Тогда воззвали они к Господу и сказали: «Молим тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо ты, Господи, соделал что угодно тебе». И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. Thank you. Спасибо. Now, previously they had been praying each man to his God. Вот до этого момента каждый корабельщик молился своему Богу. That would be to the false gods of the heathens. То есть уже Богу, которым поклонялись язычники. But notice now they're praying to the Lord. А теперь смотрите, они все молятся Господу. They're praying to the one true God. Единому истинному Богу. So these men are coming to faith in Jonah's God. То есть эти люди начинают демонстрировать веру в Бога Ионы. And the storm is raging, they throw Jonah overboard. Шторм не утихает, они выбрасывают Иону за борт. And the minute he hits the water, it turns to glass. И как только он погружается в воду, шторм утихает, море утихает от ярости своей. ТВ-семинарии – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com.
Now, we are somehow given a view of what goes on in the ship after Jonah's been tossed overboard. Дальше мы читаем о том, что происходит на корабле после того, как его выбрасывают за борт. We don't know how we got this account, but there's no reason to doubt it. Не знаем, откуда появилось это описание, но у нас нет ни малейшего повода сомневаться в его истинности. И что происходит? The sailors sacrificed to God. Корабельщики принесли Господу жертву. And they become true believers in the God of Israel. И дали обет и стали верующими в Бога Израиля. Just as Sasha was suggesting, they have now become true converts. Как Саша и говорил, теперь им открылась дорога к покаянию, они стали истинными обращенными. What a tremendous evangelist Jonah is. Какой потрясающий благовестник все-таки он, а не так ли? He is an accidental evangelist. Он, наверное, против своей воли таким благовестником тут, стал. Тут уже дело не в Ионе. Дело в том, что мы тоже, многие из нас сидели в тюрьме, и являлись благовестниками. То есть не то полезное, что мы в тюрьме сидели, а то, что Бог использует любую ситуацию в свою пользу, для своего блага. And we evangelized among the prisoners, and it's not that we were good for being there, but God used us as an instrument. Amen. Amen. God can use anything, and he has done that in your life. He did that with Jonah too. Действительно, Бог может использовать в качестве инструмента любого человека, любую ситуацию, в любых обстоятельствах, как он поступил с Ионой, как он некогда поступил с вами. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.